Всем привет! С вами Алексей Шутько с новой окариной. Эта окарина сделана из дерева. Это у нас береза. Она такая цветная была сама по себе, поэтому никаких морилок, никаких цветов дополнительных накладывать не захотелось. Нанесу такой вот завиток, вьюнок. А сама свистулька сделана у нас из ольхи. Много я с ней проворочился, но тем не менее результат порадовал. Полный диапазон у нас одна октава. Окарина пентатоническая, а нижняя нота си бемоль. Штука. Всем спасибо. Этот инструмент свободен, как, собственно, и возможно изготовление аналогов. Поэтому пишите мне и до новых встреч. Пока.